Был звонок от супруги, роды начались неделю чем раньше. Вот. И получается, мы быстро доехали, забрали, по пробкам ехали, встретили сотрудникам. Спасибо огромное сотрудникам всем за то, что так быстро среагировали и нас так быстро довезли до роддома, до перинатального родильного центра. Спасибо всем сотрудникам города Калининграда. Вовремя довезли, течение там минуту, в общем, супруга родила. Спасибо всем огромное. Родился у нас мальчик. Как будем называть мальчика? Марк. Марк. У нас родился Марк. Спасибо огромное. Мы остановились, пересадили женщину в патрульный автомобиль и со спецсигналами доставили ее в роддом на Каштановую аллею, перинатальный центр.